Раскрыть потенциал людей, вышедших на пенсию, было возможным и ранее. Только в нашем городе есть несколько организаций, в которых люди третьего возраста занимаются творчеством, учатся, что немаловажно, осваивают персональный компьютер. Реализация нового проекта, расширение возможностей пожилых людей в принятии решений по вопросам их полноценного участия в жизни общества стало возможной именно благодаря таким активистам. Теперь пожилые люди смогут раскрасить не только свою жизнь, но и помочь тем, кто остро в этом нуждается. Впервые ветераны труда объединяются в волонтерские группы, чтобы решить задачи, актуальные для всей страны. Ведь проектная деятельность будет распространяться не только по Брестской области, но и Минской, Витебской и Гродненской. Первоначально будет проведено базовое исследование среди пожилых людей для того, чтобы определить проблемы и потребности. И на основе уже анализа этого базового исследования будет и определяться уже направление деятельности. Но первоначально будет проведен ряд обучающих мероприятий как представителей волонтерских групп, так и представителей органов местной власти. По словам Оксаны Трушковой, основная цель нового проекта «Красного креста» не просто создание групп пожилых людей и их активизация в жизни общества, а повышение их способности вместе с местными органами власти принимать решения по вопросам социального обслуживания и защиты. Ведь для того, чтобы люди третьего возраста активно сотрудничали с органами местной власти и участвовали в рассмотрении и принятии общественных вопросов, необходимо создать определенные условия. Новый проект – это и есть идеальная площадка для совместной деятельности. Сам мини-проект, вообще как форма деятельности, она будет довольно разной. Это в плюс обучение и какая-то деятельность. Ну а какие виды деятельности, это уже будут решать сами волонтерские группы, потому что в своих заявках они будут это освещать. Вплоть до помощи, планируется помощь инвалидам и помощь пожилым людям. Данный проект рассчитан до марта 2015 года. За это время активных людей, вышедших на пенсию, станет еще больше. Ведь перед ними стоит высокая цель – во имя гуманности использовать свою энергию.